для людей в округе заработала горячая линия по вопросам вакцинопрофилактики. Инициаторами ее работы стали специалисты Центра гигиены и эпидемиологии Ямала. Позвонить по номеру 42-45-17 можно узнать, какие вакцины входят в перечень бесплатных прививок, какие из них стоит делать, защищают ли вакцины от болезней на 100%, а также какие реакции организма после прививки считаются нормальными. Консультации бесплатные, получить их можно до 29 апреля. Thank you.